Накануне вечером жители части домов по проспекту Ленина ожидал неприятный сюрприз. В квартирах прекратилась подача воды. Причиной стала серьезная коммунальная авария. С ее последствиями всю ночь боролись коммунальщики. Ранним утром концессии водоснабжения восстановили целостность трубопровода по адресу проспект Ленина, 46. К утру подача холодной и горячей воды потребителям была восстановлена. В настоящее время на участке ведутся работы по благоустройству. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, причиной аварии стал резкий перепад температуры, вызвавший изменение размеров профиля трубы. Стоит отметить, что отопление домов велось в штатном режиме. Ксения Колоскова, телеканал «Волгоград-1».